За эти годы менялось название, структура, численность, но задачи никогда. Главное из них – защита граждан и правопорядка. Сегодня действующие сотрудники и ветераны поздравили друг друга с юбилейной датой. Ну а глава МВД Хакасии Илья Ольховский отметил ряд сотрудников ведомственными наградами. Их служба, как известно, и опасна, и трудна. Полиция традиционно остается в авангарде борьбы с преступностью. Даже сегодня, в свой праздничный день. Прежде всего, наверное, думаю, это большая ответственность, во-первых, большая ответственность перед гражданами, которые проживают в этом городе. Ну, не просто, честно вам скажу. У нас очень хороший сплоченный коллектив со сложившимися традициями, который способен выполнять любые на него возложенные задачи.